Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить салат с курицей и ананасом. Что нам для этого потребуется? Куриная грудка отварная 180 грамм, ананас консервированный 6 колечек, сыр твердый 100 грамм, 1 луковица, 3 вареных яйца и майонез. Весь состав ингредиентов смотрите в описании под видео. Итак, приступим. Нарежем лук четвертинками. Лук мы заливаем кипятком, чтобы ушла горечь. Оставляем на 15 минут. Далее мы нарезаем куриную грудку кубиком. Далее перекладываем в салатник. Это будет наш первый слой. Ананас нарезаем кубиком. Перекладываем в салатник. Далее сеточка майонеза. Следующий слой – лук. На терке натираем яйца. Перекладываем в салатник. Далее сеточка майонеза. Сверху посыпаем сыром. Вот такой вкусный салатик у нас получился. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита! Пока!